Мотороцкие депутаты горсовета вместе с помощниками и жителями своих округов вышли на субботник, чтобы подготовить территорию под новые спортивные детские площадки. На мероприятии побывали наши корреспонденты. Полякова, 19-21, округ депутата Людмилы Завгородней. Главное увлечение детей района – футбол. Чтобы сыграть матч с друзьями, Ване и Ахмеду приходилось искать поле далеко от родного двора. Жители обратились к своему депутату, и вот, благодаря поддержке предприятия «Моторсич», рядом с домом поставили футбольные ворота и лавочки для болельщиков. Несмотря на непогоду, в субботу убирают последний мусор. Теперь площадка готова принять юных спортсменов. Теперь можно не бегать там по разным местам, искать площадки. И можно теперь сюда приходить и каждый день играть в футбол. Мне очень нравится эта площадка. Теперь не надо бегать аж к школе далеко от нас, которая... Тут очень удобные ворота. Нам очень нравится играть тут в футбол. Хотим, чтобы еще сделали тут турники. При лучшей погоде мы, конечно, немножечко здесь разровняем еще площадку. Может быть, у них будут еще какие-то пожелания поставить. Мы планируем даже здесь, может быть, поставим какую-то горку для детей, для маленьких. А это окраина Зеленого Яра, улица Тимирязева. Дальше только железная дорога. Здесь никогда не было детской площадки, только бытовой мусор. Нужна на нашем квартале детская площадка. Никаких на нашем квартале нету даже учреждений, ни садика, ни школы. И детям совершенно некуда пойти, кроме как железной дороги. Чтобы детям было где играть, обратились к своему депутату, моторовцу Руслану Пидоричу. Ответ долго ждать не пришлось. На субботнике работники «Моторсичи» вместе с жителями квартала расчищают место под будущую площадку. И при поддержке акционерного общества «Моторсич» и лично Вячеслава Александровича Богуслаева были выделены средства на строительство данной детской площадки. Обещают, работы по отсыпке и монтажу детской площадки на Тимирязева начнутся уже на этой неделе.